Всем привет! Вас приветствует народный гид, который проведет увлекательную автомобильную экскурсию по проспектам, улочкам и тупичкам Мытищинской ярмарки. Даже если кто-то здесь впервые, он, казалось бы, легко сориентируется в этом городке. Ведь называется этот городок рынком. Но не все так просто и однозначно. Во всяком случае, всей правды из-под прилавка, или, если хотите, из-под капота, не знает никто, кроме народного гида. Ну да, смешно. Сейчас пока ехали, нам водитель рассказал, как они со своим товарищем 20 лет назад машину покупали. Вот приезжаем, дают, ребята, а. Стоит красава, двойка белая такая вся, значит, чехлы такие синие и руль спортивный, маленький. Так. Клево, слушай, во, берем, все. Он нам причем отдает это, техпаспорт от нее, взял нас деньги, говорит, ну все, ребят, пока. Мимо поста нас гаишник сказал так, комсумер. Мы такие выходим, я так раз, он говорит, а почему вы на чужой машине? Я говорю, как на чужой машине? Ну она же оформлена на другого человека. Мы такие, как оформлена? Ну техпаспорт на кого? Встретились опять на этой двойке, поехали, слава богу, переоформили. На следующий день приезжаем в Рублёв. Дело было 20 лет назад. Ну так вот запросто, можно было просто не подумать о бюрократической стороне, собственно, купли-продажи. Хотя оформление документов дело довольно-таки муторное, сложное, долгое, выматывающее, с ворохом всяких разных бумажек, с километровыми очередями и с измотанными нервами и так далее. Хотя есть приятные редкие исключения, вот такие, как здесь, в Формуле 91. Все это можно сделать за один час. За один час все документы готовы. Не верите? Милости прошу, приезжайте, посмотрите. Криминалистическая экспертиза. Самая первая процедура и не менее важная, чем, скажем, техосмотр. Конечно, если вам приглянулась машина, купленная в свое время у официального дилера, проблем меньше всего. А возможно, их нет и вовсе. Вся история автомобиля в сервисной книжке. А сколько машин, привезенных из Европы? Кто знает, как их растамаживали. А если автомобиль в залоге у банка или у его хозяина сейчас происходит раздел имущества? Поводов для беспокойства и опросов может быть ну просто масса. Ответы на них дает как раз-таки эксперт-криминалист, который обеспечивает юридическую чистоту покупки, подлинность документов, номеров, ПТС и, конечно же, проверяет по федеральной базе розыска. У меня на левом заднем крыле гвоздем процарапано неприличное слово. А если учесть, что автомобиль проверяется здесь и при выкупе у прежнего хозяина, юридическая чистота вашей покупки 200%. Уникальность услуг эксперта-криминалистов на самом деле... Это гарантия юридической чистоты. Как правило, люди покупают автомобиль, либо вообще не проверяют юридическую чистоту автомобиля, либо проверяют максимум на посту ДПС, что, естественно, не дает полной гарантии, что автомобиль юридически чист. У нас работают эксперты-криминалисты с допуском автоэкспертизы, экспертизы документов, соответственно, с опытом работы более 10 лет. Что дает действительно серьезные гарантии юридической чистоты автомобиля. И после осмотра специалисты выдают специальный акт осмотра, который, в принципе, является официальным документом. Страхование. Абсолютно любая машина, приобретенная в суперавтомаркете «Формула-91», может быть застрахована ОСАГО. Причем совершенно не важно, где прописан покупатель. Полис ОСАГО получает житель любого региона страны и сразу же. Полис есть постоянный, есть транзитный, даже есть на 20 дней. То есть, если человек занимается перегоном машины, он сразу же может ехать. А вот то, что касается страхования автокаска, то немногие, кто покупает автомобиль с пробегом, пользуются этой услугой. В основном страхованием каска пользуются те люди, у которых в обязательную программу входит страхование автомобиля в каско. Но сейчас страховые компании внедряют новые программы автокаска для автомобилей с пробегом. То есть
постепенно снижается цена на страхование. Также страхование снижает процентную ставку в годовую по кредиту. Наконец, оформление сделки. 15 минут, и покупатель получает на руки договор. Причем, в будущем, если что-то нужно будет исправить или восстановить какой-то утерянный документ, никаких проблем. В течение 5 лет все документы хранятся в архиве компании. Ну, собственно, все. Теперь можно совершенно спокойно следовать месту регистрации для того, чтобы поставить свой автомобиль на учет. Но на этом спектр услуг Формулы 91 не заканчивается. Напоследок расскажу, в чем этой компании действительно нет равных. Не считая, конечно, 2000 автомобилей на площадке. Это автокредит. По большому счету, автокредиты никогда не были у нас популярными. Первый взнос – едва ли не половина стоимости всей машины. Высокие проценты, маленький срок кредита, тонны документов, да еще зачастую залоговое обеспечение. Как будто сам автомобиль не является достаточным залогом. Да, отечественные авто почти не входили в сферу интересов и без того немногих банков, предоставляющих кредиты. А уж кредит на машину БУ еще недавно был чем-то из области фантастики. Ну, как-то я разговаривал с одним американцем, я говорю, там, за сколько ты купил эту машину? Он говорит, да не, а что, зачем она мне нужна, что я купил? То есть у них такого понятия нет в основном. Выкупить всю машину, все. Они их меняют очень быстро. И в лизинг, и вот как раз по кредитной программе. И говорит, что я сумасшедший, всю эту выплачивать сумму. Говорит, я сейчас поездил годик, поменял ее, все, и дальше. Вот тут какой-то такой у них подход. И меня как-то тоже это убедило. И на самом деле, ну, если ты в состоянии выплатить, и ты понимаешь, что вот этот ежемесячный платеж для тебя не будет настолько сложным, то вполне можно воспользоваться кредитованием. В суперавтомаркете «Формула 91» такой кредит может получить практически каждый, вне зависимости от места жительства и работы. Ну, разве что возраст самой машины может иметь значение. А если банку что-то и не понравилось, рядом другой. Их тут аж 14 штук. Конечно, проценты кредита по двум документам гораздо больше, ну, за счет высоких рисков банка. Зато и преимущества очевидны. Два документа. Это паспорт обязательный, второй документ на выбор. Либо водительское удостоверение, ИНН, пенсионное страховое свидетельство. У такого кредита есть и свои недостатки. Процентная ставка по данному кредиту будет выше, ну, порядка 8%. Как видите, высокие проценты кредиторов не очень-то и пугают. Да и банки охотнее предлагают свои услуги потенциальным кредиторам. Так сказать, в ногу со временем. Ведь спрос на покупку подержанных автомобилей в России всегда растет. Даже располагая достаточными средствами для приобретения машины, люди стараются купить двух- или трехлетний автомобиль, обязательно с минимальным пробегом и неплохим отношением скидки к оригинальной цене. А купить такой автомобиль лучше всего здесь, на суперавтомаркете «Формула-91». Но только обязательно при поддержке народного гида.